так идет эта корона, и по размеру, прям как для меня. Джилл, не наглей, это корона Флориды. Да ладно, пусть примерит, мне не жалко. Слышала, Флориде не жалко. Возможно, я когда-то стану королевой. Девочки, корона на голове сути не меняет. Нам нужно закончить дело, которое мы начали. Ага. Флорида, я, конечно, рада, что ты стала королевой, но ты вчера сказала какую-то странную речь. Ничего не хочешь рассказать маме? Мам, слушай, я, конечно, могла бы тебе все рассказать, но ты сразу поднимешь кипиш и панику. Просто дай нам закончить то, что мы начали, и потом мы тебе все расскажем. Ой, мама, это Гвен такая нахалка. Ты не знаешь, что она сделала. Джилл, Флорида же сказала, мы потом все расскажем. Девочки, только будьте осторожными, потому что я не хочу, чтобы вы вляпались в неприятности. Мам, послушай, мы уже вляпались. Но ты не переживай, твои дочки совсем разберутся и справятся. Гвен потом будет рыдать, но ей уже ничего не поможет. Что же наделала эта Гвен? Мам, ты скоро все узнаешь. То, что сделала Гвен, этого больше никогда не повторится. И это сказала королева Флорида. Ох, как это мощно звучало. Девочки, гордитесь своей сестрой. Мам, мы гордимся Флоридой. Так, ладно, девочки, хватит этой гордости. Вы не забыли? У нас сегодня тренировка. Дадим сегодня жару. Слушайте внимательно Флориду и тренируйтесь. А то вы видели, у Гвен и ее команды появился тренер. Мам, я видела этого тренера, и такое ощущение, что этот тренер вообще самозванка. Да, мы видели. Фигура не черлидерская. Да ладно, она, наверное, просто уже старая. Ей лет 200. Девочки, мне 190. Какое 200 старое? Наша мамочка всегда молодая. Мы любим тебя, мама. И я вас люблю, мои дети. Девочки, мне страшно. Мне очень странное смс пришло. Какое смс? Дай посмотрю. Девочки, тебя ждет то же самое, что и Ванессу. Смотри, а то нарвешься на охотников. Мышь! Охотники здесь! Не переживай, все будет хорошо. Девочки, началось. Что? Гвен хочет уничтожить Карен. Лили, мне страшно. Карен запомнит на правила. Просто не выходи на улицу одна. И все будет хорошо. Лили, ты меня не успокоила. Походу, мне конец. А возможно, это не конец, а только начало. Ты о чем, Лили? Ну что, предатели довольны новой королевой? Да! Бесится. Ага, злая. Я вам этого не прощу, слышали? Я вам этого не прощу. Какие же вы жалкие, выбрали эту Флориду. Теперь ваша королева белобрысая слабачка, и вы такие же. Она такая злая, теперь неизвестно, что от нее ждать. Ничего она нам не сделает. Гвен сегодня не настроение. Еще бы, она не любит проигрывать. Теперь вы, ученики этой школы, слабаки, как Флорида. Я вас ненавижу. Теперь не Флорида слабачка, а ты, Гвен. И у тебя теперь новая кличка. Гвен слабачка. Слабый тот, кто проигрывает, а ты проиграла. Поражение нас делает только сильнее. Запомните это, парни. А лучше запишите. Ну все, Роберт, Гвен в твою сторону даже не смотрит. У нее сложный период. У нее такое бывает, нужно переждать. Меня Гвен твоя бесит. Белла под ее влиянием. Она теперь со мной тоже не общается. Белла поддерживает Гвен, и это нормально. Девчонки, давайте закатим вечеринку в честь новой королевы. Вчера уже был бал, Урус. И все поздравляли королеву. Ну это был бал, а давайте закатим, ну, дискотеку. Давайте закатим. Урус, ты будешь диджеем? Не хочу быть на этой вечеринке, не хочу смотреть, как Трэвис клеится к Элис. Нора, а ты помнишь, тебе нравился рассвет? Когда с ним Белла не разговаривает, ты можешь взять все в свои руки. Нет, не хочу, чтобы от меня Белла оставила мокрое место. Я понял, вечеринка будет без Норы. Ну что, ребята, замутим пань! Что вы пищите? Вас никто не пригласил. Привет, девчонки. Привет, мальчики. Грейс, ваши девочки просто супер. Я знаю. Флорида, еще раз поздравляем тебя с короной. Девчонки, я думал, после вчерашнего бала вы в школу не придете. Ну, раз я стала королевой этой школы, больше я не могу пропускать уроки. Ладно, мальчики, у нас сейчас треша. Ну, мальчики, кричим. Флорида самая лучшая. Флорида самая лучшая! Флорида самая лучшая! Девочки, вот зачем? Вы сказали им такое кричать? Мне теперь неловко! Пацаны, она не самая лучшая! Вы превозносите Флориду с ее сестрами, потому что вы на них запали! Слушай, Роберт, иди прогуляйся! Надоел уже жужжать про свою Гвен! Понял? Понял! Не волнуйся, малышка, в школе безопасно, с тобой ничего не случится. На смс-ки приходят одна за другой каждый день. С неизвестного номера. Не переживайте, мы во всем разберемся.
Флорида, нам нужно поговорить. Привет, мышь. Девочки, только давайте быстрее, у меня тренировка. Флорида, Гвен начинает угрожать. Карен уже приходит смс-ки одна за другой. Она говорит, что сделает с ней то же самое, что и с Ванессой. Ого! Ты посмотреть на нее ничего не учит. Как же надоело это Гвен. Флорида, нужно действовать быстрее. Иначе будет поздно. Карен может быть следующей на очереди. Флорида, нужно действовать, потому что вдруг следующая буду я. Хорошо, девочки, мы займемся этим как можно скорее, но сейчас у нас тренировка. Надеемся. Потому что если ничего не делать, каждый может быть в опасности. Девочки, что-то без меня? Вы очень сильно расслабились. Да, у нас было очень много проблем и часто пропускали тренировки. Но теперь с тобой, Габриэла, мы будем тренироваться лучше. Все будет по-другому. Гвен, хоть ты упустила корону? Но в чирлидинге ты должна уделать команду вампиров. Габриэла, я обещаю, только не нужно на меня повышать тон при девочках. Сирена, Белла, выйдите, пожалуйста. Что? Выйдите! Гвен, ты хочешь быть самой лучшей, но на тренировке ты реально забила. Габриэла, я обещаю, все будет намного лучше. Просто на меня столько всего навалилось. Много чего обо мне узнали. Это мешает мне сконцентрироваться на тренировках. А что ты хочешь, Гвен? Мы с тобой об этом разговаривали, и я тебя предупреждала. Габриэла, хватит читать мне морали. Я все услышала. Каждый, кто будет переходить мне дорогу, будет исчезать с этой школы. Ну вот я и вижу прежнюю Гвен. Гвен, освободи тренировочный зал. Команда вампиров сейчас будет тренироваться. Флорида. Не выделайся. Хоть ты получила корону, но это ненадолго. Флорида, ответь ей. А если я скажу, что это навсегда? Ты здесь не потеряешь сознание? Слушай, может померимся силой? Ты же я так этого хотела. Гвен, не веди себя как психопатка. У тебя тренировка уже закончилась. Пошли лучше выпьем лимонада. Флорида, ты нарвалась. Флорида, что скажешь? Психичка, Гвен, и тренер, психопатка. Ладно, девочки, давайте лучше тренироваться. Мы вампиры всех сильней. Мы вампиры всех страшней. И от нас беги скорей. Мышь, ты же помнишь про нашу тайну? Угу. Вот и отлично. А то смотри, от тебя вся школа отвернется. Мышь, о чем она? Так, неважно. Мышь, а мы думали, у нас друг от друга нет тайны. Нора, возможно, придет время, и вы все узнаете. Идут Гвен и тренер. Гвен, что произошло? Почему ты нас выгнала? Нам было вообще-то неприятно. Был просто личный разговор с Габриэлой. Не будьте такие любопытные. Гвен, если они твоя команда, ты должна им рассказать всю свою правду. Нет, Габриэла, я не уверена в них на все 100. Гвен, почему, если ты в нас не уверена, мы должны в тебя верить, как в капитана? Корону ты уже профукала. А что будет дальше? Мы проиграем команде вампиров. Габриэла, слышала, как они со мной разговаривают? Нет, девочки, не проиграю. И корону я верну. Слушайте, Габриэла какая-то не такая, как раньше. Уже не ходит, не кричит на всех. А у них, наверное, есть общий секрет с Гвен. И они боятся. Боятся чего? Ты что-то знаешь? Да откуда я знаю? Это чисто мои предположения, девочки. Ну что, пацаны? Сегодня украдем личный дневник Гвен? Сегодня? А чё тянуть? Ты хочешь, чтобы она сделала с тобой то же самое, что и с Ванессой, Трэвис? Бедная Ванесса. Если бы я знал, что это Гвен, я бы ей... Да ничего ты и не сделаешь, Трэвис. Даже я не могу с Гвен справиться. Да, помню, мы как-то зацепились с ним в наших классах. Нормально мне тогда она наваляла. Окей, давайте тогда побыстрее стащим этот дневник Гвен и закончим с этим всем. Жалко, что это не поможет вернуть Ванессу. Я в шоке, что моя сестра на такое способна. Твоя сестра, Джастин, крыса, и не нужно с этим спорить. Да я и не спорю, я вообще после того, что узнал, не хочу осознавать, что она моя сестра. Значит так, пацаны, нужно составить план, как украсть дневник Гвен, потому что еще раз облажаться нельзя. О, пацаны, а чего вы без меня тут обсуждаете, а? Да ты вот сидишь, урод. О, пацаны, а может Тео возьмем с собой? Да, пацаны, а куда? Не-не, Тео не надо, потому что у нас ничего не получится. Пацаны, вы что, от меня что-то скрываете? Тео всегда с пацанами. Успокойся, Тео, вот именно поэтому мы и не хотим тебя брать. И если прозвенел звонок, вы должны быть в классе, а не выбивать свои вкладыши. Вернешь мои вкладыши, мне должен. Я выиграл их честно, Рассвет. Пацан, ты тут сидишь возле Тео, тут мое место. Эй, ботан, ты че здесь сидел? А где мне сидеть? Я не знаю, встань отсюда. Здесь занято, тут мои ножки.
трогайте Нейтана, иначе я сейчас вам скажу, кто где должен сидеть. Грейс, ладно, мы не любим, когда вы злитесь. Мы больше не будем трогать Нейтана. Присаживайся, Нейтан. Спасибо, мне здесь комфортно. Прикинь, Роберт меня походу обманул. В смысле? Выбил у меня все наклейки и легендарку. Угу. Про легендарки и вкладыши вы поговорите потом. А сейчас я хочу с вами поговорить, что скоро каникулы. И как мы их проведем. Есть какие-то предложения? У меня есть предложение. У моей бабушки есть дом. Там никто не живет уже 300 лет. Можем поехать туда и сделать тусу. Нет, там нету души. Как мы там будем жить? Там есть озеро. Или вы не умеете плавать? Хе-хе. Неплохое предложение. У кого еще есть предложение? Предлагайте, мы выберем. У меня есть предложение. Мы можем поехать и поймать самую большую летучую мышь и провести исследование. Оскар, ты сам как мышь. Может, тебя нужно исследовать? Мышь-ботан. Слушай, Тео, ты смеешься иногда не в тему. В смысле? Пока мне понравилось предложение Лили. Но я сейчас прошу своих девочек, может быть, они что-то предложат. А это, Грейс, отличная идея. Я уверен, ваши девочки найдут, чем заняться на каникулах. Да! О, Флорида, а давай устроим вечеринку в честь твоей коровы. Флорида, давай! Девочки, подождите. Урус, мы закатим вечеринку тогда, когда мы с девчонками закончим начатое. А это что? Колды поймут. Урус, никто не хочет на твою вечеринку. Может, вдвоем устроим вечеринку? Я подумаю, Карен. Мышь? Близняшки? Флорида, когда? Когда вы уже завладеете личным дневником Гвен? Может, нужна какая-то помощь? Девочки, только прошел бал. Мы немного отвлеклись от этого. Мы скоро этим займемся. И нам помогут мальчики. Я бы на вашем месте не доверяла пацанам. Да, они постоянно ржут и развлекаются. Мы бы, девочки, лучше справились. Девочки, не волнуйтесь. Мне поможет Джастин, а он брат Гвен. Все, девочки, увидимся. И дневник будет у нас. Поскорее бы. Слушай, мышь, ты нам точно ничего не хочешь рассказать? Пока нет. Личный дневник. Привет. День 19. Нам с моими сестрами нужно как можно скорее заполучить личный дневник Гвен. Девочки, а как вы думаете, почему мышь такая тревожная? Может, ей есть что скрывать от нас? Она что-то скрывает, и если она хочет с нами дружить, то ей придется нам рассказать. Девочки, каждый в этой школе что-то скрывает. У каждого есть своя тайна. И у нас тоже много тайн.